Как работает насмотренность, посещение красивых мест и выставок? А, вот так. Недавно я съездила в Пушкинские горы. Какие же прекрасные лишайники, я прям не отходила от этих деревьев. Конечно, пришла в мастерскую, открыла новые краски. Ох, этот шелест фольги. Достала новые кисточки и нарисовала эскиз. Акварелью по воспоминаниям, которым хочу с вами поделиться на предстоящем открытом вебинаре в школе современного батика. Приходите!